привезли сдавать мусор на Тельмана 49. Это вот такое пространство. Вот у нас здесь все разложено. Здесь отдельно бумага, картон, отдельно пластиковые бутылки и отдельно алюминий. Здесь есть вот такие весы, на которые можно положить свой мусор, взвесить и даже получить за это какие-то деньги. Как мы собираем пластик, например? Бутылку нужно сполоснуть, например, если здесь было молоко, снять этикетку и свернуть ее вот так, крышку отдельно, потому что это два разных вида пластика. И, кстати, крышки стоят дороже. Бумагу на переработку можно сдать любую, кроме жирной, грязной, кроме чеков кассовых, и кроме упаковки от яиц. Она должна быть сухая и чистая. Что здесь не принимают? Вот всякое такое нет. Одноразовый пластик тоже нет. Вот упаковка от каких-то печенья тоже нет. Это все тоже нет. А вот такая пленка, которая бывает обычно на упаковке для бутылок, такую принимают. Баклажки принимают, а бытовой химии упаковку тоже принимают. Шиваем картон. 2 килограмма. А сколько стоит картон? 3 рубля. 6 рублей сейчас заграбастали. А сколько у нас пластика? Теперь взвешиваем пластик. 3 килограмма. 3 килограмма.